Приморье планирует внедрять лучшие практики по поддержке бизнеса и развивать экономику края ускоренными темпами. Об этом заявила первый вице-губернатор, председатель правительства региона Вера Щербина по итогам участия в совместном заседании комиссии Госсовета Российской Федерации по направлениям экономика и финансы и энергетика. Одной из ключевых тем повестки стало ускоренное развитие российской экономики. Речь шла об ускоренном развитии экономики российской. Привозилась история о том, в какие годы, когда российская экономика росла опережающими темпами, и причем не просто опережающими по нашим меркам российским, а в целом по мировым меркам. Это было с 29 года прошлого века по 55 год. Мы понимаем, что это даже была война, ее нужно отнимать оттуда. И у нас был беспрецедентный рост экономики. И приводились меры, приводились примеры о том, как вообще росли экономики других государств, какие годы, что этому способствовало. И что нам нужно сейчас сделать для того, чтобы экономика наша росла опережающими темпами. Конечно же, вернулись к вопросам истории, что все-таки нужно наш российский лучший опыт в разные годы брать за основу и его применять. А в качестве примера тоже приводили то, что сейчас вот в условиях СВО у нас идет развитие промышленности действительно ускоренными темпами. Но и говорили о том, что федеральные органы исполнительной власти, правительство Российской Федерации, регионы должны осознать и понимать, что должны быть льготные ресурсы для бизнеса. И только тогда будут обновляться основные фонды, основные средства, будут покупаться новые станки, оборудование и будет производиться высокотехнологичное производство. Председатель правительства Приморья обратила внимание также на то, что правительство России делает сегодня очень много для поддержки экономики регионов. К примеру, сейчас внедрены такие новые механизмы, как казначейские кредиты. Они дают возможность формировать необходимую инфраструктуру. Что касается Приморья, то председатель правительства отметила, что в настоящее время в нашем крае уделяется особое внимание развитию промышленных предприятий и, в общем, поддержке бизнеса. Мы демонстрируем рост не только в целом по экономическим показателям. У нас растут и налоговые доходы в бюджет. Но я хочу сказать, что мы еще только на старте, нам еще много чего нужно сделать. У нас реализуются еще с нуля крупнейшие проекты. И, конечно же, мы должны как регион оказывать содействие в реализации этих проектов. Вот сегодня мы обсуждали на разных площадках. Возникает много вопросов, как раз вопросы инфраструктуры и каких-то барьеров, которые случаются при реализации проекта. Вот нам важно сейчас убрать эти барьеры и развиваться ускоренными темпами.